В этом году в Люберцах станет еще на одну зону отдыха больше. На этот раз под благоустройство попала территория гарнизона. Вдоль дома офицеров планируют установить освещение, лавочки и урны. А в центре здания у главной входной группы разместят скульптурную композицию, какую именно решат в течение ближайших 2 недель. За этот же срок проектировщики разработают и утвердят окончательную версию благоустройства территории. Глава округа Владимир Ружицкий дал поручение обсудить обустройство с жителями на публичных слушаниях. Как это мощение будет выглядеть? Что это за плитка, какого плитка, какие цвет, размеры и прочее. Во время встречи с ответственными лицами и управляющими дома офицеров глава Люберец выслушал все предложения. Их учтут при разработке плана проекта. Реализовать задуманное получится в течение 3-го квартала 2020 года. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.